музикальном конкурсе, команда КВН «Маленький Париж» решила прибегнуть к маленькой хитрости. Заручились поддержкой звезд мировой величины. Поддержать ребят приехал матерый рокер, фронтмен группы Любэ Николай Остаковый. И не менее блистательная Эдита Станиславовна Пьеха. Кучки мои, как здорово! Эдита Станиславовна, Николай, простите, не знаю вашего отчества, как вам обращаться? Позови меня тихо по имени. Замечательно. Вкратце обрисую цель нашей сегодняшней миссии. Помогая кировоградской команде, будем петь. Замечательно. Николай, к вам отдельная просьба. Мне нужно, чтобы вы не пели. Принеси меня, река. Ну и как бы не свистели. Да, наверное, лучше просто мычите. Виталий, я прошу прощения, там к вам пришли ваша супруга с ребенком. Дорогой, дорогой! Папочка, мой маленький, пошли быстрее домой, мама приготовила прекрасный рагу. Хватит кривляться. Я скоро заканчиваю. Кстати, Николай, что вы думаете о Эдите Станиславовне? Дурная тетка стерва. Голубчик, кто научил вас таким выражениям? Ребят с нашего плана. Станиславовна родненькая, вы не обращайте внимания на этого грубияна. Я уже ему шины в автомобиле проколол. Ребятушки, мы и так теряем слишком много времени, давайте прорепетируем. Николай, запомните, вы не поете, только мычите. Начинайте. Эдита Станиславовна, ваша задача подстроиться под это гортанное мычание и исполнить мою любимую песню про соседа. Николай! Добрый вечер. Кто-то у вас тут постоянно мычит? Это вы? Понятно. О, люди. Вчера такой случай произошел. Захожу в магазин, а там продавщица. Представляете, в магазине продавщица. Семен, прекращайте отбирать мое эфирное время и проваливать. Кстати, Николай, а вы смотрели вчера мои танцы? Да, Николай. Почему вы все время дакаете? У вас все хорошо? На все, что я не спрошу, вы тоже будете говорить «да»? Одолжите денег. Начнем с приятного.